Сегодняшняя тема. Бывший глава США Дональд Трамп и его супруга Милания совершили последний перелет на лайнере Air Force One в качестве президентской пары. Стоимость наряда, в котором экс-первая леди была во время рейса, раскрыли журналисты New York Post. Супруги прилетели в Палм-Бич, штат Флорида, из Вашингтона в среду, 20 января, за час до инаугурации 46-го президента Джо Байдена. Мелания вышла из самолета в длинном платье свободного кроя с пестрым оранжево-синим принтом. По информации издания, наряд представлен в ассортименте итальянского люксового бренда Гакки. Его цена составляет 3700 долларов, 276 тысяч рублей. По прибытии в город пара поприветствовала встречавших их сторонников, а затем отправилась в свою курортную резиденцию Мара Лага. Отмечается, что ни Дональд Трамп, ни Мелания не надели при этом защитных масок. Ранее в январе эксперт по языку тела оценил судьбу брака бывшего главы США и его супруги после окончания президентского срока. Всемирно известный спикер по теме психологии публичного выступления Брюс Дарим считает, что, несмотря на слухи о расставании, брак Трампов не распадется. Он утверждает, что нынешнее поведение пары на публике говорит о том, что в их отношениях происходят изменения. По его мнению, скорее всего, Мелания не расстанется с супругом, а займет главенствующую позицию в браке. Чем нам запомнится Милания Трамп в роли первой леди США, читай в статье, а в галерее любуйся на лучшие образы супруги экс-президента. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.